Привет, зритель. Вареный ваточник сирийский все так же вкусен, как сырой. Я тут это шорцем записала тестово. Средненький такой, сейчас маленький сажу. Я его варила под соленой водичке. Время не засекала. Вместе с кусочком капусты, брокколи. Которую потом съела. А его потом еще чуть-чуть поварила. В свежем виде он, в смысле в сыром виде, он напоминает горох. Советуется, правда, жрать в два раза короче такие штучки. Они такие сланные, как у меня. Кошка хочет. На, вон палочку сожри. Сожрешь? Хорошо, не сожрешь, но выкину потом. Кажется, я начинаю понимать, про какую зубную нить идет речь. Короче говоря, надо жрать только маленькие. Потому что иначе там какая-то нить зубная появляется, которую сложно жевать. Прям вот бананчик. Потому что когда он вырастает, тут у него перерастает, у него там зернышки появляются. У зернышек появляется такая жесткая шкурка. И она, по сути, как бы такая ватная. Да, вот оно. Большой жрать нельзя. Я вот думаю, может, большой в сыром виде просто... У меня там еще есть такие. Порезать в салатик. Но вот эта шкурка, она вкусненькая. Наверное, можно есть только одну шкурку такую. Растет у нас в саду. Я в прошлом году его листья со стеблями в водке замачивала. Чтобы горло полоскать. А потом вдруг прочитала, что его, в принципе, и готовят. Раньше его готовили всякие там индейцы. Американские, латиноамериканские. И варили их в сыром виде. Маленькие, они правда вкусненькие. И легко жуются. А не маленькие. Только шкурки хорошо жуются. Может, и на руки взять? Кошка-бармошка. Я ее сейчас называю Срушка, потому что... Срушка под ванну, потому что она... Хоть у нее и два чистеньких лоточка, но периодически срет под ванну. Как из вредности, а? Я там еще чуть-чуть их есть. Я их попробую сварить потом уже без брокколи. Потому что... Я даже хз на что не похожа. Несъедобные, вкусненькие. Можете сказать, Лёля стала веганом. Вы вообще как бы ваточник сирийский кто-нибудь ел? Дайте знать в комментах. Ладно. Ну это все. Пока.